В день рождения в городе Спутники открылось сразу несколько выставок. Автор одной из них – художница из Санкт-Петербурга Елена Макарова. Портрет купца Ефремова «Светлая бабушка в избе Север». Всего 85 картин, выполненных в разной художественной технике. Автор – Елена Макарова. На суд зрителей художник представила свои работы впервые. Рисовала с детства абсолютно. И в другой профессии себя не видела никогда. То есть вот рисовать – это вот как воздух мне нужен. Елена родом из столицы Чувашии, но уже давно живет и работает в Санкт-Петербурге. Художественная карьера для нее началась с работы в храме. Она реставрировала иконы, но в итоге поняла – хочет большего. Я люблю больше свободу и творчество. Там творчества не было, потому что уже конкретные художники создали какой-то объект, и мы его просто, как сказать, реставрировали, улучшали. Иллюстрациям – одно из любимых направлений художника. Произведение Бунина, Щелкунчик, Гофмана. Елена украсила уже несколько книг. Все иллюстрации художник оформляет в технике ксилографии. Это как резьба по дереву. Сейчас она работает над повестью Роберта Стивенса «Черная стрела». У нее очень ровное искусство такое. Она любую работу, вот любую натуру, любой мотив, любую деталь, она даже доводит до высокой степени искусства. Понимаете? Вот. Это ее качество, личное творческое такое качество, которого многие художники, да большинство из них, не могут достигнуть вообще за всю свою жизнь. В планах молодой художницы представить свои работы на юбилейной выставке акварелистов в Питере, а потом привезти картины в столицу Чувашии. Юлия Важенина, Арена Гавелян, Республика.